Полицейские установили личность преступника, который открыл стрельбу в мечети в Новой Зеландии. Это 28-летний австралиец. Накануне он опубликовал в сети 37-страничный манифест, в котором рассказал о своих намерениях. Его оружие было расписано экстремистскими надписями на разных языках. По предварительным данным, жертвами стали 27 человек. Во время атаки в мечети, по подсчетам полиции, находились около 300 человек. Раненых десятки. Нападавший вел прямую трансляцию в Фейсбуке. В мечеть он пришел во время дневной молитвы. Также полицейские подозревают, что у него были сообщники. Есть информация о том, что поступал звонок о стрельбе из второй мечети. Полиция перекрыла часть города. Горожан просят не покидать свои дома без крайней необходимости. Когда началась повторная стрельба, я побежал. Я потерял из виду людей, которые были на полу. Человек с оружием был за дверью. Я побежал за мечеть и спрятался там. Я позвонил в полицию. Нам поступили сообщения о стрельбе в двух мечетях. Сейчас в районе все перекрыто, пока мы задержали одного человека. Мы не уверены, что с ним были другие люди. Неизвестно, сколько человек стреляло. Мы задействовали все полицейские ресурсы. Ну вот сообщения продолжают поступать и в эти минуты. Премьер-министр Новой Зеландии подтвердил информацию о многочисленных жертвах в результате стрельбы в мечети. Выступление главы правительства транслировал местный телеканал. Ну вот, как сказала премьер-министр, точное число погибших пока неизвестно, но уже ясно, что это один из самых мрачных дней в истории Новой Зеландии.